Птица счастья поведает, какой подарок судьбы ожидает вас в будущем. Выберите свою птичку. Из древних легенд и волшебных сказок, которые все мы любили детьми, нам стало известно о существовании необычной птицы – птицы счастья. Неведомо, где живет эта волшебная птица, но когда она прилетает к человеку, то непременно приносит подарок судьбы, а также может исполнить его заветное желание. Как только не описывали ее люди. Одни говорят, что птица счастья синего цвета, а другие утверждали, что она золотая или ярко-алая. Но правда в одном – птица счастья может посещать людей в разном обличии и непременно приносит удачу. Сегодня мы предлагаем вам пройти невероятно красивый и действительно волшебный тест. Сегодня птица счастья прилетела именно к вам. Как же выглядит ваша птица счастья? Скорее выбирайте. Если вы выбрали первую птицу на ветке, эта необычная птичка принесла вам подарок в виде удачи в материальных делах. И у вас все будет получаться, так что смело берите и делайте. Только, конечно же, слушайте при этом свое сердце. Эта зима станет для вас удачным временем для решения материальных вопросов. Не переживайте и действуйте. Если вы выбрали белого голубя, это значит, что вас посетила невероятная птица – белый голубь любви. Вы будете буквально светиться от счастья в ближайшем будущем. Ваша любовь будет взаимна и нежна. Эта зима будет буквально наполнена романтикой и приятными впечатлениями. Счастье близко. Если ваш выбор пал на прекрасную синюю птичку, она хоть маленькая, но сколько добра принесет в вашу жизнь. Эта птичка принесет вам неожиданный и приятный подарок. Вы сами поймете, когда это начнет осуществляться. Если вы выбрали огненную птицу, эта птичка прилетает только к настоящим везунчикам, и вы один из них. Эта птица очень редкая, она принесла вам подарок в виде удачи во всем. Близится пора везения для вас, теперь вы будете по-настоящему удачливы и счастливы. Напишите в комментариях, а какую птичку выбрали вы. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч, всем пока!